Вы можете считать наш вечер открытым. Мы сейчас будем для вас играть. Сегодня не просто концерт, а презентация пластинки, которая выпущена совместными усилиями фонда ArtBeat и нескольких музыкантов. До того, как мы будем играть, я хотел бы вам представить состав трио, которое сейчас находится на сцене. Это люди, которые принимали непосредственное участие в записи. Пожалуйста, поприветствуйте их. Это Максим Шибин, гитара. Александр Зингер, ударная. И я, Владимир Нестеренко, Хаммонд Родос. Хочется сказать пару слов благодарности. Слов хочется сказать больше, я не буду еще произноситься в течение концерта, но начать я хочу с ребят, со своих друзей, которые очень ответственно и большой душой подошли к делу записи пластинки. Это мои большие друзья, замечательные музыканты, я их очень люблю и ценю. И хочется сказать слова благодарности в адрес компании ArtBeat и особенно лично, в первую очередь, в адрес Николая Богачука, который осуществляет координационную работу между музыкантами и структурами, которые непосредственно и складываются им материально и организуют процесс на очень высоком уровне со стороны ArtBeat. Если бы не Николай Богачук и если бы не его заинтересованность в этом проекте, его просто не было. Коля, я очень тебе благодарен, где ты? Спасибо! Ну что же, мы сейчас начнем. Вот издалека покажу, вот так выглядит вот этот артефакт. Вот это пластиночка. Естественно, сегодня можно будет разжиться экземплярчиком другим, тем, у кого возникнет по итогам концерта такое желание. Но на диске лучше все сыграть. Мы начнем с пьесы, которая дала название этой пластинке. Она называется «Органология». Микрофон не выключается, да? We'll be right back.
Thank you.
Спасибо. Сейчас прозвучит пьеса из несуществующего цикла жизни и приключения Мурзилки, которая называется... Каждый раз она по-разному называется, я не знаю как. Отрочество. Thank you.
Сейчас я еще не успел сказать, что в концерте нашем будут принимать огромное количество специальных гостей, а именно два. Вот сейчас на сцене появляется Александр Попий, этот музыкант и пароход, это матерый человечек, с которым мы давно и крайне непостоянно сотрудничаем, к сожалению. Нет, к сожалению, не постоянно, а не к сожалению, давно. И не к сожалению, сотрудничаем. Сейчас прозвучит композиция «Две гитары под окном жалобно заныли». Не будут ли любезны, уважаемые официанты, принести нам немного воды на сцену, а то у нас все пересохло. Воду в автомобиль. На самом деле пьеса называется «Встретились, поговорили». И для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, вот, собственно, мы сейчас будем наблюдать с вами попытку диалога двух разнохарактерных гитаристов. Я даже не буду играть соло в этой песне. Пускай сами рассказывают. Thank you.
встретились, поговорили. Максим, который может загадывать желание, так как этот трек он провел между двумя Александрами. Сейчас мы сыграем еще две пьесы в этом отделении. Первая из них называется «Незатейливо коляска». Thank you.
несколько бесшабашная композиция. Мы временно простимся с Александром Попеем, но он к нам еще вернется во втором отделении, которое уже не за горами. Мы сейчас сыграем последнюю пьесу в этом сете. Я должен упомянуть еще двух человек, которые принимали непосредственное участие в работе над пластинкой. Во-первых, это наш друг, замечательный саксофонист Сергей Паулин. Матерый человечище. Единственный из нас, кто пришел на концерт в концертной форме. Вот, да, пожалуйста, поприветствуйте его. Помимо этого, если у вас возникнет мысль обзавестись сегодня десочком другим, а может быть и тремя, и четырьмя, вы наверняка обратите внимание на то, что в буклете очень много фотографий. Фотографий со студии, которые сделала, собственно, моя жена Анастасия Сергеевна, встань поклонись, которая дежурила 3 дня как солдат на боевом посту. И, собственно говоря, было из чего выбрать. Фотографии характерные, хорошие, смешные. Покупайте. И сейчас мы закончим первый сет моей композиции, которая называется «День независимости». Как говорит еще один замечательный человек, не могу его не упомянуть до антракта. Это Леонид Шупик, вон он там. Он рулит звук. Это человек, который занимался соединением мастерингом пластинки, очень уважаемый мной человек, замечательный еще к тому же и тенор-саксофонист, и еще и бас-гитарист, и при этом еще вытрешек. Человек эпохи Ренессанса практически, воплощающий в себе массу добродетелей, и не только. Так вот, Леня называет эту пьесу «День вне зависимости». Но тем не менее, как бы ее ни называли, мы ее сейчас попробуем подвергнуть исполнению. Thank you.
Шидин, гитара, Александр Зингер, ударный, Владимир Нестеренко, орган Родос, будет еще Саша Пахи, будет еще один барабанщик, замечательный мой друг Артем Юрлов. Это будет чуть позже, сейчас перерыв, спасибо. Thank you.
Александр Фатей, Артем Ярлов. Сейчас на сцену все же поднимется Максим Шибин. Я погорячился даже с двумя песнями по поводу Саши. Все-таки одна. А сейчас мы в таком трио сыграем мою аранжировку известного джазового стандарта пьесы Джорджа Гершвина «Чарующий ритм». Fascinating Rhythm. Thank you.
Раз такое дело, мы сейчас играем еще одну песню с Артемом, которая называется «Еще два пива», чего мы всем присутствующим, и тебе, кстати, в том числе, желаем от всей души. Thank you.
Приглашаю на сцену обратно Александра Зингера. Сейчас мы исполним пьесу поспокойнее. Это моя аранжировка песни Пола Маккартни. Она называется For No One. Из репертуара, соответственно, группа Rolling Stone. Небольшая техническая пауза. Пока ребята делят барабаны, хочу напомнить, что есть возможность приобрести из первых рук компакт-диск, на котором записано большинство из тех композиций, которые сегодня звучат. Ну и, собственно, выбор за вами. Я говорю, продолжаю говорить, заканчиваю говорить. Ну, расскажите вы что-нибудь теперь. Как настроение, господа и дамы? Мы вас тут не слишком утомили? Очень хорошо. А то что-то мы подустали. Перестановка барабанов – процесс ответственный. Дело в том, что каждый барабанщик считает нужным в силу своей анатомии, в силу своих нравственно-этических принципов перестроить барабаны, переставить их местами, поменять тарелки на другие тарелки. Все это объяснимо, все это совершенно нормальный процесс. На метро все успеем, не торопитесь, выпивайте и закусывайте. Так, лирическая страничка. Пьеса «For No One». Для никого. Пол Маккартни. Исполняет автор. Thank you.
Спасибо, Максим Шибин, Александр Зингер. Мы, пожалуй, будем заканчивать, а то мы, правда, устали. Сейчас мы сыграем последнюю пьесу. Это тоже как-то так получилось, аранжировка пьесы группы Beatles. Эта песня была написана Джорджем Харрисоном, записана она на пластинке Abbey Road. Называется эта пьеса Something. И снова на сцене с нами наш друг Сергей Баулин, человек и саксофон.
Thank you.
Сергей Балурин, Максим Шилин, Александр Зенин, Владимир Никиенко, Александр Фати, Артем Юрлов. Спасибо, друзья, за то, что вы решили этот вечер провести с нами. У нас все. Друзья, возьму инициативу на себя. К счастью, совпало так, что с выпуском пластинки совпало день рождения Володи Нестеренко. И я прошу вас всех поприветствовать его и поздравить с днем рождения. С днем рождения, Володя!